У меня есть мечта. Предметы из сна переносить в реальный мир. Хочу просыпаться и видеть то, что мне снилось, рядом с собой. Я верю, что однажды эта мечта сбудется. Но что будет в том сне, я не знаю. Год уже прошел, но я не получил подарок, который хотел. Может, меня услышат в следующем году? Я не сплю. Просил подарок. Уверен, что хочешь его забрать? Да. Хорошо, но помни, будь осторожен со своими желаниями. Какой осторожности он говорит? Мне всего 12 лет. Пойду отвезу подарок домой. Опять соседи. Что на этот раз? Смотри, куда идешь. Она сейчас развалится у тебя. Что с тобой делать? Ты слишком заметен. К нему? Ты уверен?
подарок слишком заметный. Что мне с ним делать? Я предупреждал, надо быть осторожнее со своими желаниями. Да, с такой внешностью оставаться незамеченным будет трудно. Мы что-нибудь придумаем. Я это видел. Продолжаем.